Так, ну сначала пробегусь по столу, покажу, что купила. Еще, конечно, не все купили, надо еще купить. Всем привет-привет! Приехали сейчас мы с магазина, я немножко такая не накрашенная, уставшая. Вот. Закупились, ездили мы в Kaufland и там же зашли в Эдеку. Закупились мы на 160 евро, сейчас покажу, что мы купили. Ну, посмотрим. Так, ну сначала пробегусь по столу, покажу, что купили. Еще, конечно, не все купили, надо еще подкупить мясо нам и капусту. Капусты в Кауфланде что-то пролетело, не успела купить, а конусной капусты в Эдеке там ее нет. Поэтому, ой, в Пене там ее нет, поэтому придется потом прогуляться, да. Эдаки купить там, как раз еще надо кофе купить. Так, ну что я купила? Я купила вот такую вот колбасу, мы ее так не едим. В основном делаем с нее салаты, наподобие оливье, что-то вот в этом роде. Вот, купила я колбасу, купила памперсы, вермишель взяла в Пене. Вот такие вот помидорки. Далее взяли хлеб для сэндвича. Саша взял себе чипсы. Взяли две упаковки яиц. Изабель взяла я кашу. Я и такие уже каши варю. Но такие еще как покупные еще покупаю. А так уже и манную варю, и рисовую, и с разных круп. Вот. Далее купила вот такое вот масло, оно не соленое. И вот такое, и вот таких вот тоже две пачки масла взяла. Далее купили вот хлеб, купили сахар, купила вот такую вот колбасу. Вот такую вот колбасу с паприкой. Вот такую вот это индюшачье мясо. Это куриная колбаса. Это шинкин. Мясо с перцем. Далее Саша взял. Эту я взяла колбасу, очень-очень вкусная, мне она очень понравилась. Она Австрия. Потом Саша еще взял вот такую вот. Далее Саша вот купил вот такую вот колбасу. Вот такую вот колбасу взял. Далее салат, огурцы я взяла, вот такую вот салями, там три баночки сосисок взяли, горошек взяли, боны, фасоль, кукурузу, это наподобие нутеллы, две большие взяли, по 750 грамм. Далее я набрала фарша. 5 упаковок по 500 грамм. И взяла 2 упаковки по кило 300, там кило 400 курицы. Далее Климушка захотел вот такие вот сосисочки маленькие. Такие вот они там мелкие внутри. Вот мы взяли этот. 4 пачки. Далее я взяла маргарин. Чесночные кольца. Потом взяли пиццу, вот это маленькие, мелкие пиццы, 2 и 4 большие. Далее, у меня день рождения на следующей неделе будет, поэтому Саша сразу взял водку. Она стоит, по-моему, 5 евро одна. Потом взяли попробовать вот такое вот типа вино, шампанское. Вот такое вот пинаколаду.
и амаретто. Ничего это я не пробовала. Так что попробуем. Кто что будет, короче. Вот такой вот ополаскиватель села. Вот такой вот шоколадные сливки. Климушка захотел. Потом взяли зимний чай попробовать. Взяла морковку 2 килограмма. Далее хлеб взяли. Вот такие вот пряники в шоколаде. Взяли 2 пачки. 2 пачки картошки фри. Деткам набрали сладости. Вот такое дупло. Вот такие вот киндеры. Ой, там что-то уже война началась. Потом Саша себе такие сосульки взял. Потом русишеброд, русский хлеб взяли. Вот такие вот конфетки. Вот такие вот Саша взял. Далее вот такие шоколадки. Такие шоколадки уже открыли. Кит-кат. И вот такие вот. Еще что мы взяли? Мы взяли картошку. Здесь 6 или 8 килограмм. Взяли кока-колу, минералку и упаковку молока. Больше мы, в принципе, ничего не брали. В этот раз мы сыр не брали. Сыр у нас еще есть. Я не помню, кто написал. Написали такое сообщение, что лучше брать немножко другой сыр, так как детки у нас вообще не сырые, практически колбасы не едят. Климушка так немножко может потаскать, но сыры у нас они вообще не кушают. Не знаю, с чем это связано. Я тоже так, походку. В основном я сыры вообще не ем. Я их ни в Казахстане не ела, ни здесь. Для меня они, что там, что тут, все на один вкус. Вот, сосиски у нас любит только Ермачок. Климушка у нас сосиски вообще не уважает. Вот, так что Климушка может так, немножко поесть. Так, набирают они то, что видят. Цветное, что-то интересное, хотят вот купи, это, а доедаем уже это мы. Изабель, кто там ползет? Климушка? Климушка. Ты зачем хотел Изабель увидеть? Изабель, ты ползешь? Мама, можно я вот это возьму? Покушать? Возьмешь. Ермачок, скажи привет. Привет. Ладно, будем с вами прощаться. Так что буду я это все складывать по местам. Все, всем пока-пока-пока. Всех целую, пишите комментарии. Все комментарии я читаю. Буду вам стараться отвечать больше видео на каждый комментарий. Еще раз прочитаю все комментарии и засниму, наверное, такое видео чисто о комментариях. Все, ладно, все. Пока-пока.